Стены вот покрыты вот таким вот, блин, лишайником, очень сложным, все натуральное. Находимся прямо внизу этих самых джунглей. Я вот только сейчас обратил внимание, посмотрите на колонны вот этого павильона. Они сделаны из таких огромных двух стволов. Я не знаю, что это за дерево. Может, баобаб, может, я не знаю, что это такое. Но это натуральные стволы. Прямо вот очень большого диаметра. Вот. И, наконец-то, мы подошли к этому самому водоему, где шарятся вот эти вот пресноводные скаты. И вообще жуткое впечатление производит эта тварюга. Смотрите. Хотя вроде есть и вкусные рыбы, но они как-то особняком держатся в стороне. А вот эти прямо твари в наглую, прям по всему этому водоему. Есть такой вот ручейчик убегает. Все искусственное. То есть представляете, сколько нужно было вложить сил планировщикам вот этого павильона, чтобы создать здесь вот такую замкнутую биосферу. Павильон весь изолирован, снаружи может быть совершенно любая погода. Я так понимаю, что он работает даже зимою. То есть здесь поддерживается определенный температурный режим. То есть сколько сил нужно было уложить, чтобы сделать вот такое вот это все. Дина что-то говорит. Что у нас? Ну и оставайтесь с нами и следите за развитием сюжета.